на обзор чиабатта новинка стрипс. Сейчас. Дедушка будет с внучкой сейчас чиабатта есть. Чиабатта называется? Да, чиабатта, новинка какая-то. Новинка чиабатта вот какая. Дед без зубов, не знаю. Дед без зубов вот немножко мы отломили. Да, да, батя. Не хотят, давай, жалко. Давай, пробуй, ну все это цени. Начали? Сейчас, сейчас, Света, попробуй. Теперь ты, ну давай, батя, пробуй. Что? Начал. Мясо мягкое. Так, мягкое. Я не сказал, что нет, мягкое, так что отрежу еще. Немножко острое. Острое, да? Давай, пробуй. Я? Да, конечно. Чего? Ем ее. Где ты надеешь? Ты же ешь, а ты. Помидор. Откусывай давай. А ну сейчас. Ну, там сейчас. Помидор, зелень, ну, мясо. Выжить. Но мясо, кстати, без всяких желваков. Картошка фри. Я сначала думала лук. Нет, картошка. Ну, с моими зубами. Это вообще. Дед, ну давай с праздником поздравь. Это же 8 марта. Так, девчата, с праздником, девчата. А то сейчас он уже начинает совать мне этих. Кого? Еще кушать. Да. А пока сейчас прожую это мясо такое, то получится, что уже не мясо, а у меня вообще ничего не получится. Вкус не понравился. Ты говорил сам, не понял, что не говорил. На гриле поджаренное, вкусное. А я шаурму пошел. Не слушайте, я на весь уже начинаю это. Мясо уже жесткое. Не, мясо вкусное. Нет, оно мягкое. Дед, не придумывай. Ну все, приятно, аппетит, пошел. А то я всегда слюни выглотаю, теперь я глотаю. Пошел я шаурму кушать. Все, куда пошел, а садись и сиди. Нет, я буду за столом, как нормальный пацан. С 8 марта, дед, скажи, ё-моё, а то сказал с праздником, а какой, а то девчата ждут. Скажи, 8 марта. С мартом? Восьмым. С восьмым. Все. День весны, все. Да. Вот батя сегодня нормально. Брови не хочет никакой, я хочу сказать. Очень меня ждал, он по мне соскучился. Да. Свидульку уже сколько же, наверное, месяц больше видел. 2 недели назад. 2 недели, уж не обманывай, прибавил. Ты уже что-то уже... 2 недели. Уже за, 1 за 2 уже считаешь. Ладно, все, пошел, кушай, все, приятного аппетита. Иди.